Первая часть такая обзорная сделал, и вторая часть она связана именно с обменом данных. Все-таки мы вначале обозначили проблему, что данных по надежности у вас нету. Ну, у вас, у нас, там, каких-то компаний. Поэтому есть, опять-таки, в мире такая тенденция, это обмен данными по надежности. И тут некие рассуждения на тему, как это в мире делается, как это мы видим в нашей стране. Предпосылки. Самое главное, что объем данных на конкретном объекте. Там у вас есть какое-то уникальное производство, какой-нибудь блок подготовки воздуха, он у вас один. Соответственно, для вас статистика по отказам этого оборудования в этой установке, она недостаточная, потому что мало однотипного оборудования, но одна установка уникальная. Редкие события, ну и, соответственно, есть еще проблема новых производств, когда вы смонтировали установку и вообще никаких отказов нету. То есть просто новое производство. Ну, я повторяю, да, тут по предпосылке нет ресурсов, то есть некому собирать данные, либо нет технической возможности, а руководство просит ранжировать наши ремонты, исходя из каких-то рисков, каких-то отказов. Где их взять, непонятно. С другой стороны, с точки зрения вот этих самой технологии обмена данных, облачные технологии уже успешно применяются в других там сферах бизнеса, это бухгалтерия на аутсорсинге, да, где бухгалтер уже как бы в облаке сидит, маркетинг, хранение данных. Ну, то есть с точки зрения этой технологии она уже известна и не новая. Ну и соответственно облачная технология она дешевле, чем собственная, так сказать, система либо база данных. Интернет уже не является узким местом, у всех на производстве практически есть доступ. Но это то, что я хотел сказать с точки зрения предпосылок именно облачных технологий. Ну и здесь некая визуализация, то есть как можно организовать взаимодействие с этим облаком. То есть где-то накапливаются данные по оборудованию, по статистике отказов, данных по надежности и по ресурсам. То есть необходимые человеку часы, запчасти, время простое. То есть в этом же облаке, поскольку данных много, происходит некая экспертная поддержка. Ну и, соответственно, в этом же облаке может работать сама система SUTAIR, для которой эти данные используют. Это вот про облака такое краткое вступление.